Здесь, на Звенигородском направлении, в далеком 41-м шла битва за Москву. В память о тех, кто не вернулся с полей сражений, в селе Иславском возведен мемориал. Сегодня здесь готовятся к празднованию Дня Победы. Памятник погибшим землякам ремонтируют, приводят в порядок территорию вокруг. 2,5 погонных метра подступенков надо будет сейчас отремонтировать. Где-то произвести затирку швов, то есть это сейчас выявлено все. Приведут в порядок не только мемориал, сезонная уборка коснется всего села. Также здесь отремонтируют дороги и покрасят остановки. Работы планируют завершить до конца месяца. Карина Еряшева, телекомпания «Одинцова».